прихачий зверь, против которого открыты десятки гражданских и нескольких уголовных дел, может быть пожизненно лишен водительских прав. Об этом Штирем-Д сообщил сотрудникам полиции Алена Драгомерецкая. 20-летний нарушитель на Тойота столкнулся с такси на улице Альбишоара, а затем устроил скандал в полицейском участке. Инцидент произошел 12 октября на выезде с парковки. При этом водитель Тойота представился полицейским, хотя у него не было подтверждающих документов. Он продолжал ломать комедию в полицейском участке, когда правоохранители привезли в республиканский наркологический диспансер для взятия образцов, он отказался пройти обследование. В этом случае было возбуждено уголовное дело за отказ водителя транспортного средства от проверки на алкоголь, от медицинского освидетельствования с целью установления состояния опьянения или от сбора биологических доказательств. Дело было передано в суд. Водителю грозит штраф в виде неоплачиваемых общественных работ от 200 до 240 часов с аннулированием права на управление автомобилем. Напомню, что в августе 2018 года этот же водитель попал в поле зрения СМИ, когда поспорил, что может доехать за 40 минут из Бельц в Кишинев. Источник в Министерстве внутренних дел подтвердили, что против него было возбуждено 20 гражданских и 2 уголовных дела за хулиганство и вождение в нетрезвом виде. Несмотря на то, что прошло более года, водитель свободно ездит и никакого наказания он не понес.